Йоху, всем привет, с вами Инсган, и мы продолжаем нашу династию лесорубную Lumberjacks Dynasty. В прошлой серии мы чем занимались? Мы технику сравнивали, вот она здесь стоит на лесочке, вот здесь стояла, сейчас здесь стоит, рубит, автоматизирует, хорошо, прикольно, неплохо, нормально, но некоторые аспекты, конечно, все равно довольно нудные. Но теперь у нас остался один сюжетный квест «Честный человек, закончите строительство местного театра». Может быть, это не последняя задача в этом квесте, но именно он, по идее, должен нам помочь стать мэром. Стать мэром — вот такие вот у нас амбиции. Соответственно, сцену я в офлайне достроил. Ну и давай. Ну как достроил? Почти достроил специально, чтобы мы с вами все поглядели. Пока вот так вот хлобысь, и лучшие комменты поехали. Проверяем, да, все есть. Все замечательно, спасибо, ребята, всем, кто подписывается, всем, кто пишет комменты. Интересные вещи вы там рассказываете. В основном, правда, советуют купить мебельную фабрику. Но подождите, это все впереди. Задание обновлено. Честный человек, что-то там местным жителям. Перевод, как всегда. Как всегда, просто шикарен. Че там, грузовая тележка, нажмите, чтобы войти. Смотровая башня придется по вкусу местным жителям. Да вы заебали. Чё, подожди, а где? А, это я. А башня здесь. Да сколько можно-то уже? Сколько уже можно? Социальные очки плюс 25 тысяч, это, конечно, хорошо, но чё они мне? Но зачем они мне? Ладно, поехали на базу, что делать? Почти все, что здесь можно было переделать, мы уже переделали. Опа, осталось у нас не так и много из тех делишек, которые мы могли тут провернуть. Надо бы, по идее, себе какую-нибудь девушку найти, на ней немножко поджениться. Парочку мы тут уже приглашали на свидание. Но я, честно говоря, не помню, кого. Кого-то мы тут из девчонок. Трам-там-пам-парам-пам-пам. Даже кофе пили, даже все хорошо, но кого вообще из головы вылетело? Ну это посмотрим, это ладно, это мы все попробуем. От этого они никуда не денутся. Сейчас нам надо там достроить, тут подстроить, тут пристроить. И в конечном итоге потом еще купить мебельную фабрику, посмотреть, что там с заработками. И написали опять же в комментах, что вот эта вот одежда, которую мы уже покупали, она приносит, позволяет продавать дороже доски на, видимо, рынке пиломатериалов. Правда, какой конкретно комплект не сказали, но все же спасибо. Спасибо, попробуем, проверим, испытаем, так сказать. Смотри, хлоп, Q7 подрезал, красавец. Красавец, стоп, вот здесь вот так вот, стоп, оп, приехали, доехали, сколько там досок, мне интересно. Имеет смысл их держать вообще, тут 84 ящика, ну давай, в смысле 84 доски. Ну тоже, собственно, неплохо, пусть пока будет. Давай быстрей давай, шарахайся давай быстрее, какая медленная, опа. Это вот сюда, это вот так. Подбираем, закидываем, раз. Ну вот зачем эта задержка? Для чего вот она нужна? Вот стоишь и ждешь, когда к тебе доски приедут. Ну вот какой в этом смысл? Типа, что они там поэтому едут, так они бы уже тут же подъехали, не так же долго они едут по конвейеру. Ну что за бред? Для чего эти задержки, я в этой игре никогда не понимал и не пойму. Чтобы просто растянуть время, но какой в этом смысл? Чтобы дольше в нее играли? Не знаю. Поехали, знаешь что? По-моему, мы с кем-то вот тут вот неподалеку тусили. Я вот не помню, мы только на свидание с ней ходили, не с ней. В общем, поедем, заедем к девчонке. И посмотрим, что и как. Где-то она вот, где-то вот здесь вот недалеко. Мы сейчас прям на грузовике, как крутые чуваки, подъедем. Привет. Туда-сюда, как дела? Где-то, по-моему, вот здесь вот они на этой ферме были, жили. Собственно, местные деревенские девчушки. Ну-ка, здравствуйте. Где вы все? Опять там где-то копаются на заднем дворе. Чего там все время делаете? Жерар, ты явно не девушка. А вот Скарлетт и Нора. Нора, наверное. Говорим позже. Нет, давай поговорим сейчас. Потом ты потопчешь цветы или че ты там делаешь? Да серьезно, что ли? Давай, алло. Я понимаю, что тебе хочется показать, какая у тебя фигура. Это что у нее там торчит? Танго на выпуск, что ли? У тебя что там, труселя-то? Ох ты! Привет, дружище, у тебя прекрасная улыбка.
Мне на самом деле по барабану на ком тут жениться. Спасибо, да тоже неплохо, у тебя прекрасная улыбка, все дела. Карл считает вас другом, так и было. Привет, привет, дружище. Как насчет выпить чашечку кофе, скажем, завтра? Видала, какой модный? Конечно, увидимся завтра в 10 в кофейне. Что-то есть там что-нибудь? Привет, как ты? Добро пожаловать, как здорово, что ты зашел. Ну и все, бесполезно ей делать еще комплименты. Она один комплимент в день воспринимает, дальше нет. Скарлетт согласилась встретиться с вами завтра. Hello. Ты? Привет, приветик. У тебя прекрасная улыбка. Улыбка у тебя ничего. Тоже, так сказать, удочку закинем. Яички подкатим. Спасибо, ты настоящий джентльмен. И пусть они здесь лежат. Значит, Скарлетт. Ага, Йоханссон. Отлично, хорошо, замечательно. Пусть будет так. Итого, таким макаром завтра нам на свидание. Сегодня нам делать делишки с мэром. Ну как с мэром, не с мэром, а для того, чтобы стать непосредственно мэром. Напоминаю, кто не помнит этот квест. Соответственно, раньше мы по сюжетной линии сдали, засадили мэра за то, что он был нечист на руку, был совсем нечестный, воровал, крал, брал взятки, откат. Ой. В общем, вот это вот все обычные вот эти вот мэрские, так сказать, мэрские, мерзкие делишки. Мы, значит, его сдали, спалили, там его посадили, там он теперь сидит уже где-то, я не знаю, тут... Где они сидят-то? Короче, где-то далеко, где тут зона есть, там он и сидит. Ну, странно, едем к этой башне. А мы тем временем пришли к помощнику мэра, с которым это все и проворачивали. И как бы, ну что, типа, ты станешь мэром, ты помощник? Ты говоришь, я мэром, да нахеру я это все видал, мне здесь на рыбалке хорошо, помощником я тут сижу, зарплату помощника получаю, сам на рыбалке весь день, вообще в хер не дую, все нормально. И говорит, давай-ка ты, говорит, мэром, ты типа честный, там, хороший, молодец вообще, и не помешаешь мне заниматься своей рыбалкой и не париться. Так, стоп. И я такой, ну, а ладно. Ладно, уговорил. Ой, что тут у нас? Ёптить, какая высокая башня. Надеюсь, тут мне леса не нужны будут. Все, что ли, одна доска? Ну и что дальше? А, это типа по одной, только на соседней появляется, да? Там еще что-то появилось. Ладно, давай строим. Строим, делаем, а что делать? А что делать? Ну, магазин мы уже... Не магазин, а этот. Мебельную фабрику мы, наверное, в следующей серии уже купим. Там еще, кстати, можно будет дом обставить. Как раз в это время мы там и подженимся, глядишь. Что, серьезно? Вот такая вот площадка. Это что у нас? Смотровая площадка? Смотровая башня. Ну, ладно. Ну, ладно, так-так-так. И попрошу заметить, делаем мы все это исключительно на свои деньги, своими силами. То есть, как бы, вот видишь, как хочется сильно стать мэром прям. Прям готовы потратиться. Непонятный профит это несет. Типа вот я свои бабки вкладываю такой весь. А здесь что, не надо? Нет, только здесь что ли перила начинается? Не сказать, что это совсем безопасно, но ладно. И это полдела, как бы по опыту. Вот здесь вот я один прохожу, а второй-то как будет подниматься? Тут два человека еле-еле разойдутся. Сделай ты пошире лестницу, ну серьезно, ты чё? Как люди ходить-то будут? Но не менее тем, вот так вот нам игра... Говорит, делать тут у нас особо вариативности-то никакой и нет. Ну и ладно. Ну и ладно, говорят, делают. Значит, делай. Значит, будет все нормально и так. Я сейчас упаду. Можно мне вот эту вот дырочку-то заделать? Хорошо. Там, блядь, ох, ох. Опять же, вот такой вот очередной тупой, на мой взгляд, квест. Тут хотя бы, ладно, спасибо, хотя бы здание другое. Да, блядь. Ну, кстати, нам, в принципе, по барабану. Мы тут не разобьемся, откуда бы ни упали, насколько я знаю. Ну, конкретно, насколько я падал, я ни разу не разбивался. Вообще ничего с этим чуваком бородатым нашим не случалось. Но не менее тем, все может быть. А попробуем, наверное, потом. С самого верху спрыгнем. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет, что произойдет. Сразу все разберемся, все поймем, оценим обстановку, так сказать, ситуацию. Вот здесь-то что? А все, дырка в перилах заделалась? Да, хорошо. Хорошо. Блять, да что такое? Сколько можно-то уже? Серьезно? Я с самого верха хочу прыгнуть, а не отсюда. Так, кстати, у меня скоро доски закончатся. Скоро дошечки закончатся. Надо будет за досками идти. А доски внизу, в машине. Но не так и много. И вот получается, что предыдущий квест у нас был, типа вот этот с мэром, когда мы его как раз... Опа. Вы немного проголодались. Когда мы его хотели засадить,
непосредственно был подряд на кучу, большую кучу домиков. 25 их там, наверное, или штук 20. И вот они были вообще все однообразные. Это такое бесячее, вот так вот. И по разным местам карты раскиданы. Ты ездишь с одного на другое, с пятого на третье, с десятого на двадцатый. Вот туда-сюда. Ну, ты знаешь. Ну, ты знаешь, ты смотрел. Вот это вот, короче, было вообще бесячей хрени. Тут хотя бы какое-то разнообразие. На том спасибо. Ну, чё? Живой, пожалуйста, на ноги приземлился. Это значит 20 лет прыжковой подготовки. Он десант такой с большим опытом, значит. Потому что ВДВ, понял? Вообще нам похер. С парашютом, без парашюта, откуда хочешь. Вот. На раз, два, три. Была бы бутылка, сейчас бы об голову разбил, но нет, к сожалению, ее с собой, да и головы подходящей тоже для этого не вижу. Не об свою же бить, в конце концов. Ну давай, где ты? Где ты? Вот ты раз. Вот ты два. А тут хотя бы какое-то разнообразие, но при том, что как бы в общем соусе, так сказать, игры, в общем сюжете, блядь. Одно и то же. Один и тот же вот этот вот, блядь, ёбнутый степлер, не знаю, который похож на дрель. Ну, возможно, есть такие вот. Напишите, есть у кого-нибудь вот такой вот действительно гвоздезабиватель? Мне казалось, вот этот вот молоток, как он там, не... Как же он, блядь, называется-то? Да заебал ты, ну что ты, хватит падать-то уже, перестань. Короче, есть такая хрень, я знаю, вот эта вот, которая гвозди забивает. Она называется как-то, я не помню, а как она здесь называется? Ну-ка. Ремонтный инструмент использовали... Хрен его знает. Хотя, может быть, он так и выглядит. Не знаю, в общем, напишите, похоже ли это вообще на правду, есть ли такая хреновина в реальной жизни. И чё, как она действительно гвозди забивает, все нормально? Подожди, вот это чё? Это следующий этаж, наверное. Это следующий нам надо строить, вот так вот по спирали прям идем и строим, и падаем, и все время, блядь, сколько можно падать уже, перестань, я тебя прошу, перестань, не надо. Ну-ка, раз. Ну-ка, два. И вот так идемся дальше по кругу, просто строим, мы строители, нам нехуй делать, мы тут ходим со своим молотком, степлером и тыкаем. И самое интересное, звук у него тоже такой же, как у этого степлера. Ну что там еще-то можно построить? Что-то как-то не очень видно. Просто если я дальше пройду, я, вероятно, упаду. Нет? Да? Вот надо было сюда пихнуть. Надо было в этот молоток пихнуть, значит, пожалуйста, и все у нас готово, и все дальше строится, и все дальше видно. Вот опять та же самая ситуация. Где-то вот здесь должен быть. Ага, я, наверное, к нему раньше подходил, и из-за этого и падал. И скорее, там сколько это башня-то? Ох. Высокая башня, ничего не скажу. Не Эйфелева, конечно. Но не менее тем. Где? Где еще-то молоток пихнуть? Куда? Вот этот, он далеко. Этот тоже далеко. Вот этот, может. О, там можно. Но это явно не то. Вон оно, видишь, там сверху перила построились. Ага. А, вот так. Вот так вот надо было подойти. 30 досок у нас осталось. 28. По 2 за раз уходят, если вы еще не заметили. Ага, смотрю, перила не закончились, вот, оказывается, яйца, блять. Оказывается, надо здесь. Ой, оказывается, надо здесь хлопнуть, чтобы там, блять, перила достроились. Ну, вообще. Вообще, все, сука, супер логично. Хотел я сказать. Итак, где тут дырка? Где-то, где перила кончаются. Вот этот вот. Ну, надеюсь, типа, там больше нет дырки. Да, нет, хорошо. Да, нет, хорошо. Вот такие вот логические умозаключения приходят мне на логический мой ум при строительстве этой самой башни. Чего надо-то? Дальше, если пойду, ведь упаду, да, вот так вот прям. Прям вот так вот и упаду. 14 досок скоро. Идти за новой пачкой. А эти они расходятся, по-моему, да, вот эти вот брусья, не брусья, как их назвать-то, не знаю. Так и что дальше? Так. Во. Блять, еще догадываться надо, типа. Типа, если не найдешь, какой именно молоток сейчас вот этот вот, не знаю, построить, то хер ты дальше-то пройдешь. Вот опять то же самое. Дилемма. Не тот? А вот здесь. О. Прям, слушай, тут прям голова... Блять.
Головоломки. Где машина? Сможем спрыгнуть-то? Хей! Разбился. И только сопля, знаешь, осталась одна. Что, взял я? Не взял? Взял. Хорошо. Хорошо. Ну, такая. Такая башенка прикольная. Правда, мне кажется, пока поднимаешься, там, знаешь, голова закружится, болеванешь 3 раза, и потом такой... И ступенек нет. Самое интересное, прикинь, зимой, короче, это дождик пройдет, немножко замерзнет, и можно будет... Юху! Как с горки кататься до первого поворота, а тут... Вся дорога это поворот, и просто с самого верху вылетел. Ну как с самого верха? Ты наверх-то и не поднимешься, потому что будет все скользко. Либо чувак, короче, будет ходить тут все время долбить, но тут доски такие, знаешь, что как бы ну, ломом-то я бы их, наверное, и не стал долбить. Давай быстрее-то уже. Как-то что-то... Вот сейчас уже такой... Что-то как-то ломом-то их стрёмненько долбить, тут дощечки-то не сказать, что толстые. Тут, правда, все конструкции, которые мы строим, не сказать, что толстые такие, знаешь, типа, ну, я сделал, где мои бабки, я пошел. Вы там, пока я здесь, не подходите к ним особо. Так чего? А, вот он. Ну. А, не упал. Не упал. Так. Так. Да, блядь, какой он длинный-то, а, зараза? Вроде все строим и строим и строим, а он все не кончается и не кончается и не кончается. Когда-то уже и магазин такой, все такие, знаешь, домишки такие, скучные, серый магазин такой, серо-черно-красный такой, ха-ха, привет. Привет, покупай у нас тачку, трактор там, что ты хочешь этого. Пня выколупывалку или как она называется. Да, блядь, да сколько можно-то уже, там же нормальный был этот тротуар или как его назвать-то, не знаю. Все же нормально было, сколько можно падать уже? Уже перестань, пожалуйста, давай. Давай. Блять, упасть боюсь. Не потому что разобьюсь, а потому что снова идти придется. Не сказать, конечно, что далеко, но видно все, да, вид хороший, открывается прям базар ноль. Прям классное место, я бы съездил, я бы слазил. Ну, летом. Зимой не полезу. Тут что-то у вас как-то, ребята. Это не продумано. На жопе будешь сидеть? Ну, это да. Это мы с тобой только что уже обсуждали, знаешь. Одно и то же из пустого порожня. С другой стороны, а что делать еще? Вот я тут как дурачок что-то хожу и строю без конца. Теперь молоток найти не могу. Вот какой тебе надо-то? Какой? Дальше пойду, упаду. Конечно, слева, блядь. В левом верхнем углу. Ты что, не заметил, что ли? Ну, как-то ты не заметил. Это же все так просто и тривиально. Такая вот подстава. Вроде как... Блядь, все равно длинная. Вроде как дальше-то уже скоро и конец, наверное, нет? Да? Нет? Хуй знает. Найдем. Осталось немного в любом случае. Я надеюсь. Я очень на это надеюсь. Давай, стройся где-то там. Вот. Вот этот дотянемся, нет? Дотянемся, хорошо. Так, 32 доски. Интересно, хватит вот эти вот 30, уже 28 до самого конца? Я думаю, нет. Я думаю, блять. О, заебись. Ну, пойдем хоть доски обновим, я не знаю. Или хотя бы, знаешь, 2 палета раздробленных, а нам, скорее всего, скажут, ну, значит, ты построил уже мост, ты построил сцену, ты построил башню, иди еще 50 строений, блять. И все, тогда пиздец, заебись, мы будем все очень довольны. Иначе по-другому мэром не стать. И предыдущий мэр, я не знаю, он что тут сделал, он тоже все это бегал, строил, блять. Как это произошло? Как тут у вас голосование в мэр это происходит? Может, просто денег там дать кому-нибудь, не? Не, ну тогда мы, конечно, сподобимся предыдущему мэру. Мы такие нечестные же будем. Ай-яй-яй-ой-яй-ой. Можно подумать, там кто-то типа честный. Это вообще в рабочее время, блядь, на рыбалке сидит. Помощник мэра тоже, нихера себе помощничек. Еще от жены прячется. Помнишь, мы как с ним Да, блядь, да серьезно, что ли? Ну перестань. Нельзя же так, ты видел? Нормальные доски-то были, нормальная тропинка, потом эти. Стой. Да, блядь. Потом посетители, знаешь, придут так с виду, блядь, нормальная тропинка. Типа нормальная этот... Дощечки или как их назвать-то, я не знаю, тротуарчик, блядь, в небо поднимается. Типа, все хорошо, а там на самом деле, знаешь, текстуры, блядь, проваленные и такие, ёпс, вниз. Ну чего еще? Поближе подойти. Лёмно, упаду опять. 14 досок, 12. Чё-то, кажется, мне не хватит. Можно, кстати, с дрона потом сюда залететь. Чисто по приколу посмотреть сверху.
У нас же есть квадрокоптер. Угу, вот оно. А вот оно, вот оно. Ну, здрасте. Ну как, здрасте, до свидания, хули. Ничего, пожалуйста, жив, здоров и полон сил. Ага. А, тот 64, ну это как раз тот, не до это. 84. Тот недопользованный ящик с досками, вот сейчас мы возьмем и допользуем. Я думаю, нам 84 доски явно хватит, если мы, блядь, когда-нибудь поднимемся на эту башню. Боже, как высоко, как далеко. Ну что ты, зачем туда уже ходить-то? Почему 15-й раз-то надо это все? За что? Что я вам такого сделал? Нахер мне этот мэр? Слушай, я нормально работаю, сижу себе там в своей на лесопилке. Бревна разглядываю, туда-сюда пихаю, тягаю. Они сами, конечно, там распиливаются, у нас же лесопилка-то суперавтоматическая, ни одного работника, вообще ничего не надо. Сама все пилит, раскладывает, жалко не сушит. Ну как? Работника не надо. Кстати, вот не помешал бы мне работник, на самом деле я бы даже, знаешь, какие-то... Ага, деньги готов потратить на того, чтобы какой-нибудь чувак, во-первых, ездил, эти доски продавал. Ну чё там? А во-вторых, о. А во-вторых, в сушилку их сам складывал. Может даже, пускай это будут разные чуваки, но это хоть какая-то автоматизация. Вот я бы сам занимался, это чисто, знаешь, лесорубством. Сел там на харвестер. Ну и чё? Наха... Блять. Серьезно, еще один этаж будет спирали. Не понял. Или надо прыгать, типа. Прыгай. Ага, успел. Да, блять, ну не в самый же низ-то, но в конце концов. Ну сколько тут... Ладно. Ладно, ничего, ничего. Мы эту хуйню все равно достроим, я тебе говорю. Я тебе говорю. Один хрен мы ее... Жалко на машине, знаешь, нельзя на самый верх заехать. Как бы на машине заехал, там машину оставил, в нее телепортировался и все. Привет! И разработчики такие, бля, как мы это допустили? Мы хотели, чтобы он страдал, бегал тут 500 раз по спирали, пока не убьется. А он схитрил. А нельзя так. Хотя, может, и можно, но не, навряд ли. Навряд ли глубоко, навряд ли это что-то получится. Интересно, горнолыжный курорт надо будет нам сейчас достраивать? Типа, помнишь, нам же вначале все жаловались? Типа, вот, я вложил все свои бабки, открыл магазин, тут обещали горнолыжный курорт, а наебали, ничего не достроили, туда-сюда. И у меня там все бабки теперь, это, гостиницу построил, которая никому не нужна. Так вот, нас сейчас попросят, Лида, что... Нет, блять. Чё так не прёт-то? Нельзя было хотя бы на нижний этаж упасть, но снова туда, наверх, на самый бежать. Здесь мы выпасть можем? Не, не можем. Значит, просто... Просто бежим, не паримся, мышкой крутим, так было. А не спеша, но настойчиво. Да? Да. Вот, и типа вот они там все, у меня там сейчас гостиница простаивает, у нас там магазин простаивает, все это простаивает, потому что... Туристов нет, никто на горнолыжный курорт, который не построили, естественно, не едет. А ей сейчас скажут, ты должен спасти там нашу эту долину. Мы все такие хитрожопые, хитроумные, вложили все свои бабки в какой-то бизнес, который связан с горнолыжным курортом. Но все обосрались, потому что губернатора ей так стопы. Аккуратно. Столб-то этот кончится когда-нибудь? Потому что губернатора я всех кинул и ничего не построил. Вот так. Кирилла появились. Тут что-то появилось. Вообще не хочется падать. 558-й, не знаю, раз. Бежать наверх это уже порядком надоело. Что здесь? Что наверх? Где тут? Где тут эти молотки-то? Уже стрёмно, знаешь, вот прямо вперед идти действительно. И вот ты, если, короче, хочешь стать новым мэром, или, может, когда ты станешь уже мэром, ты давай нам построить всю херню, мы тебя тогда вообще будем все в жопу целовать, ходить без конца. Но, ну как я тебе, блядь, до него допрыгну-то? Не, допрыгну. Так, еще. Еще пару метров. Давай, строй быстрее тоже, щелкай там свою щелкалку. Щелкалку свою щелкну, здесь что?
Ну, блядь, вот сейчас упаду, тут как всегда. Эти, знаешь, типа доски есть, но их нет. Но, блядь, вот можно. Это, надеюсь, цельное. Сейчас еще и палета кончится. Я имею в виду с досками. 22 осталось. Ну что? Ничего тут не надо больше нигде щелкнуть. Блять, подставу боюсь. Не, пока вроде все спокойно. Ладно. А еще же по привычке упа. Да блять, да нет, ну свину пиринг, да ёпта. И нет, короче, сейчас я возьму целую новую палету, чтобы уж не спускаться, потому что мало ли это не хватит. Я. Да перестань, ну зачем ты туда залез? Я не готов так рисковать, чтобы еще. Блять, 14. Чтобы еще раз туда подниматься, на этот 583 этаж. Ой. Идем. Джетпака не хватает. Вот из Satisfactory у меня будет джетпак, я туда просто заехал, все без проблем. А тут как дурачок, идешь. Хотя стройка, кстати, в принципе та же. Здесь, конечно, тупее и скучнее, прям в разы. Но там и надо думать, там все-таки строительный такой симулятор, эмулятор, я не знаю. Что это такое? А тут эмулятор лесоруба. Я должен лес рубить, там разные всякие, там эти так спиливать, эти по-другому. Я тут хожу, строю какую-то хуйню уже. Полчаса практически, ну серьезно, ну вы чё, ребята, ну о чем речь-то? Куда идем мы с пятачком, а прыгать сверху вниз? Та-та-та-та-та, суицид, та-да-да-да-да. Давай, блять, ну сколько, когда она уже кончится? Это кончится сегодня, нет вообще? Где-то, о! О! Так, надо как-то не упасть. Вот так. О, это верхушка, наконец-то поворот какой-то. Все, это уже значит. Где, блядь, нет, только не вниз. Застрял, смотри, прикол. Да нет, застрял же, ну серьезно, ну перестань, ну блядь. Ладно. Я все равно эту хуету достроил. Блять, ну что за прикол-то? Зачем так было делать? Ну ты нарисуй, чтобы доски было видно. Если видно доски, значит по ним можно ходить. Если их не видно, то по ним нельзя ходить. Ну что за бред-то, блять? Я не знаю. Идем. Равно идем. Нас не остановить. Мы твердо решили, что нам надо стать губернаторами. Ради этого надо... Ну, может, тут померли бы, конечно, раз в 18. Но явно ноги у нас уже где-то в районе жопы. Причем не начинаются, а заканчиваются. Поэтому он так медленно идет вверх. Соответственно. Ну, все равно там что, озера? Ой, прям красота. Там речка, тут озеро, лесок. Правда, мало леса, конечно. В жизни его должно быть явно больше. Тут холмики такие, там вообще горы какие-то, долины. Вон водопад, классный. Правда, издалека классный. Слишком большая текстура вот так вот. Вот тут видишь, кажется, что это, а ты знаешь, должно быть, когда ты подойдешь и на расстоянии... на расстоянии метра смотришь на этот водопад, вот он так должен выглядеть. Так, внимание. Внимание, сейчас сосредоточились все. Ты сосредоточился? Хорошо. Чё? Вот, теперь мы по ней можем ходить до конца, надеюсь, да. Где еще эти сраные молотки? О, все достроили, блядь. Так, задание обновлено, честный человек, тра-та-та, туда-сюда. Серьезно. Задачи выполнены, вам следует поговорить с Райаном. Райан — это помощник мэра. Ну вот, наконец-то, вниз чего прыгать, интересно, нет? Где моя машина? Моя машина там. Социальные очки плюс 30 тысяч. Нам, конечно, дали социальных очков. Смотри, выше деревьев. Красиво, вон какие-то птицы, наверное. Орлы летают. И что там в Америке у них летает, не знаю. Давай, смотри. У-ху! Нормально. Как интересно, смотри, цветочки прям растягиваются. Ну ладно. Хорошо, поехали к Райану, к этому самому. Пойдем в магазин, зайдем. Не, надо как минимум в тачку сесть. Чем пешком, что ли, будем ходить? А серьезный типон, видал, какой в очках с бородой. Подстричься ему можно как-то побриться? Это он такой дурачок с этой бородой и в этом костюме. Я против бороды как бы ничего не имею, но она должна быть, знаешь, в тему. Когда это просто такая глупость.
Добрый день, чем вам помочь? Давай обменяемся с тобой чем-нибудь. О, у меня есть сосиски-то нет? 6. Давай возьмем, купим сосисок, ими кормим собаку. Молоко есть, надо из него приготовить что-нибудь. Ладно, не буду ничего тратить. Это что, рабочая одежда? У меня есть такая? Я не знаю. По-моему, есть. Да, точно есть. Я вспомнил. А, точняк, у меня же есть еще дрон. Ну-ка, пойдем, типа мы такие квадрокоптеристы. Значит, это что, гоночный? Это вот обычный летающий дрон. На пробел поднимается. Камера снимает, во-первых, ну со стабилизатором, да. А что, выше нельзя? В смысле? Серьезно, что ли? Выше не поднимается, это ограничение, поэтому, видимо. Ну вот, раз у нас, кстати, где-то есть еще соревнования по дронам. Да. Нет уж, увольте, ребята, это, конечно, прикольно, но в смысле, что это максимальная высота такая маленькая этот. Вот, ну-ка, ну-ка, а вот гоночный? Да нихера не может, то же самое ограничение по высоте, вот прям до этой башни. Кстати, интересно, что они там делать-то будут? На такой площадочке, там ветра будет. Прям жопа, ты хрен с тобой, короче. Короче, не самая прикольная штука этот дрон. Туда что, кофешоп не пойдем? Нам надо вниз, ну-ка давай посмотрим. Так, местное спортивное мероприятие, соревнование гоночных дронов. Осталось дней до мероприятия 2. Нам еще рано. Поехали, прям на грузовике. Мы такие серьезные пацаны. Сейчас проверим помощнику мэра, скажем: братан, ты говорил достроить это все за свой счет и не думать, не скулить. Вот я все сделал, давай, че, куда, где голосовать там. Где голосовать, уж сильно хочется мэром быть мне прям вообще. Прям вообще хочется. Прям к государственным бабкам иметь доступ. Помощник мэра, видал? Время знаешь сколько? 11.52. Какой день? Четверг. Четверг 11.52. То есть 12 дня. Почти обед. Этот чувак на рыбалке сидит. Я, говорит, помощник мэра. Ахо, у нас все так делают. У нас это все нормально. Нормально все на мази. Вот так вот. Вот такие вот дела. Давай тормози, хлобыся. Я такой дурик на грузовике приехал. Здорово. Привет, Райан. Рад тебя видеть, мой друг. Как ты? Я наконец-то... Чё, я закончил то, что должен был. Мост, смотровая башня, театр наконец построены. И я от имени нашего городка объявляю тебя нашим новым мэром. Чё? Поздравляю. Спасибо, не знаю, что и сказать. Правда, но я рад. Чё за бред? И мы тоже уверены, это начало чего-то нового и светлого для всех нас. Поздравляем, вы были избраны мэром. Вы этого заслужили, ваши друзья и семья очень гордятся. Глава 4, светлое будущее. 4 глава наступила. Подкинули нам социальных очков. И все, серьезно, типа? Так, наслаждайтесь долгой, счастливой и успешной жизнью в качестве очень уважаемого мэра. Задание это такое. Да. Еще одна гонка дронов. Соревнования гоночных дронов? Здесь просто гонки дронов. Подожди, а где она, эта счастливая жизнь-то? Она нигде, она просто... Просто где-то рядом? Ну, блять, ладно. Что я могу сказать? Ну, все, это, видимо, конец игры. Это вот, видимо, мы все прошли. Мы, видимо, такие вот молодцы. Здание выполнено, честный человек. Да, я в курсе, я только что выполнил, спасибо. Вот такие вот приколы. Игра сохранена. Значит, поехали. Что делать? Проверим версию со шмотками. Проверим версию со шмотками. Переоденемся в пару одежонок. Конечно, это будет... А, подожди, нет. Да, да, нет, не знаю. Поехали, короче, знаешь, что делать? Сейчас мы будем там пользоваться телепортом. И все продавать. Но для этого загрузим сухих досок одинаковых. Нам нужны одинаковые сухие доски. Эти-то что? Эти сырые должны быть. Да? Да. Пойдем посмотрим, как влияют шмотки на продажу досок. Опа. Это все куда? Это все да, по барабану. Давай куда-нибудь скинем. Вот прям вот. Блин, жалко, конечно. Да прям здесь скинем. Короче, смотри, раз. Эти сырые. Там можно было их попродавать, но... Мы уж возьмем сухие, все как положено.
Нам главное, чтобы у них проценты влажности были одинаковые. То есть эксперимент. Хотя же нам не обязательно их продавать. Ну-ка, что там? Доски, влажность 0. Хорошо. А здесь? И здесь вот такие. Вот и все, и поехали. Поехали, их закидаем. Значит, поближе подъедем. Да, блядь, не так. Стой. Стой! Подобрать. Положить, подобрать, положить. Ну, а эти что? Ну, подобрать. Положить. Проезжаем чуть вперед. И вот эти хватаем. Угу. Вот сюда и... А, мы же, блядь, все равно по одному палить-то не сможем. Ну, хотя, короче, ладно, сейчас разберемся. Это все, знаешь, это все мелочи жизни. Теперь гоним грузовик на эту самую... Рынок пиломатериалов. Кстати, говорят, вроде как можно было раньше и в магазине продавать. Не знаю, попробуем. Не, не будем. Не будем, поехали туда. Поехали туда, что-то накатались. Будет время, попробуем, не будет, но и не будем пробовать. Ну. Ну. И вот так мы, по идее, каждый раз ездим за сками. Обратите внимание, у меня грузовичок прокачан с помощью механика третьего левела, третьего уровня. Я туда смог поставить профессиональный двигатель, как будто там стоял какой любительский, что ли, блять. Переводчики вообще красавцы в этой игре, конечно. Вот, но... Но не менее тем. А может, кстати, просто можно через это. Ну-ка, давай смотрим. Рынок досок бревен. Прям... 1266 палет стоит. Хорошо. Тэпаемся на базу. Как-то можно? А, вот, на погрузчик. На погрузчик и, блядь, пешком бежать. Ну ладно. Ну ладно, пойдем пешком. Чё уж. Чё уж нам пешком-то не сходить бы, да? Да. 1260. Ты запомнил? Если не запомнил, запиши. Потому что я забуду точно. Потому что сколько ты говорил... И ты такой, а я же не записал. Блин. Так. Открыть. Открыть, активировать. 1260, это какая-то у нас там модная одежда была. Ну давай. Ну давай. Заходим в переодевальню, changing room. Одна какая-то одежда у нас осталась, нет, элегант. Это какая? Casual, working. У нас и был изначально casual. Ну давай рабочую одежду вот наденем. Вам мы такие прям. Ох, работяга, сразу видно лес. Значит, вагонами продаю. Сюда. Куда там надо? Назад. Вот рынок досок бревен. Ты что делаешь? Сбросить доски. Не доехал, что ли? А где? А, вот здесь разгрузка. Ты не в ту сторону поехал, прикидываешь? Бывает такое, да. Рынок досок бревен. Смотрим. 1260 евро. Никакой абсолютно разницы я не заметил. Да пусть здесь и стоим. Давай попробуем на всякий случай третью одежку, уж не знаю. Где она? Где она, моя база-то? Ах, а погрузчиком ехать, конечно. Ладно, пойдем пешком. Пойдем пешком. Хоть это и долго, хоть это и нудно, хоть это и муторно, но что делать? Вот такая вот она у нас. А жизнь лесорубная. Туда, пойди сюда, а что ты хотел? На ферме все свое домашнее хозяйство. Угу. Угу. Так. Такую еще. Опа, может быть, конечно, вот эта вот последняя какая-то одежка нам что-то даст. Ну и casual. Casual clothing. Повседневная там какая-то одежда. Ага. Ага, 1260 евро. Цена абсолютно не поменялась ни на евро. Поехали посмотрим. Все-таки найдем, наверное, последнюю эту одежду. Где это? Что, грузовая тележка? Это старый вилочный погрузчик. Вот, пикап 4x4. Где у нас баги? Старый пикап. Старый трактор. Серьезно, а где баги? Да ёпты. Ну-ка, подожди. Пикап 4x4. Наверное, он где-то просто под этим. Под каким-то другим значком. Старый трактор. Грузовая тележка. Стил 12. А, он... Да? Да, наверное, он здесь.
Хрен с ним, давай, садимся, значит, в пикап 4x4 и едем в ближайшие магазины, все магазины по кругу объезжаем, смотрим, что там можно купить. Погнали. Блю-б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 лю
эвакуатор. И мы уже на какой-то дороге, по-моему, дальше даже стало. Ну ничего, сейчас доедем. Сейчас доедем, сейчас посмотрим, сейчас все разберемся. Давай, давай. Давай, 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 давай. А знаешь, что мне кажется, я забыл? Ну-ка, дай проверю. Нет. Ой, блядь. Так, ну-ка, давай-ка, давай-ка едем. Мы такие жиперы все крутые, поэтому хлобысь, с дороги свернули. Поехали. Да, блядь, да серьезно, что ли? Давай, проезжай, ты же джип. Джип! О, вот так, Defender, как-никак, Land Rover, он бревна мои валяются. Везде нарубил. Но тут как раз этот лесоруб нам первого дали. Того старого, которого, он, кстати, там магазин был. После был трактор. Хорошо, давай, влезай. Вылезай, вылезай, вылезай. Что-то там можно. Привет. Добрый день, чем я могу помочь? Как насчет обмена? У тебя что есть? У тебя... Вот, Elegant Clothes. Нет, Elegant у меня, по-моему, есть. Мне кажется. Давай купим на всякий случай. You have unlocked a new clothing set. Available changing room at home. Хорошо, давай тогда вот здесь вот эти все... Блять, тачки соберем. Где у меня тут баги? Где-то здесь есть баги, пойдем ее домой пригоним. Тут нам было... О, прикол. Здрасте, блять. Здрасте, оставил вас тут постоять. Отлично, и не подойти. Прекрасно, просто чудесно. Ладно. Ладно, это все пустое. Вон она, баги. Сейчас на баги приедем домой и посмотрим, какие у нас есть наборы, чтобы тэпаться было быстрее. Значит, где у нас дом-то? Где он? Дом? Дом-то где-то там-то. Вот куда-то туда-то мы и поедем там. Да? Да, вон. Вон пилорама, вон лесопилка, вон это все. Значит, не с той стороны подъехали. Там есть мост, хорошо. Хорошо, да хотя мы можем по броду. Нам-то чего? Мы-то тут жиперы очень сильные. Да подожди ты, блядь, проезжай давай. А, здесь проеду, здесь. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот так по этим своим цветам проехал, все раздавил. Ну, что делать? А что делать? А вот такая вот у нас жизнь. Changing room. Ну да, Elegant у нас уже есть. Ладно, тогда поступим следующим образом. К следующей серии я найду эту последнюю одежку и еще проверим ее. 1260 у нас была цена, запомни. Запомни, в следующей в следующей серии, скорее всего, купим мебельную фабрику. Так вот, если ты вдруг еще не подписался, обязательно подпишись. Число подписчиков растет, это очень приятно. Ребята, спасибо за подписку, спасибо за комменты. Спасибо за то, что вы со мной, что вы досмотрели эту серию до конца. Если она понравилась, обязательно поставьте лайк. Заходите в ВКонтакте, подписывайтесь в группу. Группа все сильнее и сильнее, с каждым днем оживает. Появляются новые комменты, появляются новые репосты. Ребята, за репосты спасибо, за лайки спасибо. Все это я вижу, ценю, и это все очень помогает. На этом все. До встречи в следующей серии. Пока-пока.